Так, 30 сентября 2023 год. Это, к сожалению, все, что мы можем получить от Меркурия. На данный момент он только встал над горизонтом. Времени на него много тратить не будем. Пошли сразу к Венере. Сейчас надо очень быстро прошмыгнуться по Венере, по Юпитеру и по полной Луне. План такой. Один дубль уже был, там Меркурий не присутствовал, там было ISO 125. Здесь ISO уже у нас 400. То есть, сейчас я уберу чуть-чуть яркость. Выдержкой. Куда ж ты делаешь, золотая ты моя? Пожалуй, я отойду, чтобы... Вот это Венера. Ну и пошли теперь посмотрим. Что посмотрим? Давай с Луны, может, начнем все-таки. Вот она, наша красавица. Чтоб в кадре было что порассматривать, да? Давай на полный кадр сейчас тебя возьму. Наверное, вот это сама лучше всего будет. Отошел. По резкости. Он кратер Платон, он кратер Аристарх. Все на месте, ничего никуда не пропало. Он кратер Тихо. Инвентаризация. Будем считать, пройдена. Пошли теперь еще посмотрим на Юпитер. С галилеевыми спутничками. Вот это он. А вот это обещанные спутнички. Калиста не вижу, он впереди. Сейчас убрал ИСО и видно полоса, да? За Юпитером идет Ио. Добавляю света. Ну, Калиста там где-то впереди. Впереди планеты все в буквальном смысле.
неудобно высоко Юпитер. Ну, зато, конечно, его хорошо видно благодаря этому. Перебор. Фу. Еще есть у меня в планах перед самым моим дежурством сегодня снять, как луна за горизонт опускается. Уменьшу еще раз выдержку, чтобы полосочки были видны. Ну куда ж ты бегаешь-то? О, ну все, ну хоть на пару секунд, чтобы было без тряски. Вот так это выглядит. 30 сентября 2023 год.